Ульяновская областная клиническая больница сегодня отмечала свое 215-летие. Праздничное мероприятие посетили ветераны здравоохранения, молодые специалисты и руководство региона. Дарья Варганова работает в областной больнице уже 12 лет. Девушка-врач в третьем поколении. В областной больнице работала ее мама. Благодаря помощи администрации, помощи коллег и наставников, нам, молодому поколению, предоставляется возможность для дальнейшего профессионального роста. В этом году мне повезло съездить за рубеж и проучиться на рабочем месте в Европе благодаря участию в международных конференциях. И в этом году я выиграла грант. Дарья, как и многие другие молодые специалисты, участвовала в программе наставничества. Опытный врач помогал ей освоиться на новом месте и получить необходимые навыки. Таких, как она, в областной десятке, и возможность проявить себя больница дает каждому. С большой датой больницу поздравил и губернатор Сергей Морозов, отметив вклад коллектива в развитие здравоохранения региона. Только не сокращаем финансирование, а наоборот. Планируем серьезно увеличить финансирование. Вот буквально минуту назад, когда подъезжал сюда, имел удовольствие пообщаться с руководителем Федеральной налоговой службы, и уже вечером сегодня проведу с ним официальную встречу, которая меня проинформировала о том, что дополнительно до конца этого года мы получим бюджет не планировавшихся. Мы не думали, что мы соберем такое количество, еще порядка 3 миллиардов рублей. Завершила праздник церемония награждения лучших работников предприятия здравоохранения. От главы региона они получили грамоты и подарки. Поздравляем областную клиническую и мы. Надеемся, что больницу ждет славное будущее, поскольку достойную историю она себе уже обеспечила. Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.